Доброе утро, наши ранние телезрители. Просыпаемся и встречаем новый день вместе с телеканалом ОТВ и самой бодрой программой про утро. Ну и с нами Полина Толмачева и Денисом Светличным. Надеюсь, у вас хорошее настроение. У меня лично оно отличное. На календаре 23 ноября. И если у вас по какой-то причине настроение не очень, хотите, я его подниму вам прямо сейчас. До Нового года осталось 39 дней. Всего лишь 39 дней. Потом 10 дней выходных, елки, Дед Мороз, подарки, напитки всевозможные и веселье безграничное. В общем, так что давайте, просыпайтесь в хорошем настроении. Ну а мы постараемся скрасить это хмурое осеннее утро нашим позитивным эфиром. И начинаем, как обычно, с интересных событий округа. Ну, как говорится, неизведанное и прекрасное всегда находится рядом, стоит только оглянуться. И вот я вам сейчас рекомендую оглянуться и увидеть, что в нашем округе находится прекрасный, волшебный Барвихинский бор, который имеет не только уникальную природу, но и очень интересную историю. Вот об этом мы сейчас и посмотрим сюжет. Жители называют это место своими легкими, своим сердцем. Барвихинский бор является по-настоящему заповедным оазисом. Он утопает в соснах и дубах, которым более 130 лет. Кроме природного, это еще и памятник культурного наследия. Барвихинское городище. Памятник датируется первой половиной первого века нашей эры. Городище достаточно крупное и защищено тремя линиями валов и рвов. Благодаря раскопкам ученых удалось выяснить, что городище было поселением дьяковской культуры. Дьяковцы жили родовым строем, состоявшим из нескольких больших семей. Содержали скот, имели общую родовую собственность и родовое богатство. Может быть, поэтому местные жители до сих пор чувствуют здесь необъяснимую мощную энергию. По всему Барвихинскому лесу, вот по этому участку, располагаются в районе 11 курганов. Многие жители говорят, что это место вообще место силы. Мы когда вот уставшие, в любом состоянии, в любом настроении мы приходим в этот лес, все жители, да, оно нам дает силу, энергию, хорошее настроение. Дети здесь занимаются спортом, мамочки здесь гуляют с колясками, пожилые люди здесь дышат свежим воздухом. В центре лесного массива расположился пруд. Еще в 60-х местные жители установили плотину на реке Самынка и облагородили этот живописный водоем. Его облюбовали утки, обжились собственным домом и чувствуют себя здесь полными хозяевами. Здесь есть утки. Местные жители вот сделали домик для этих уток. Мы ходим, кормим уток. И когда приходим без хлеба, они жалуются, что нужно обязательно им нести еду. Для лесных обитателей жители соорудили кормушки. Сами ухаживают за лесной территорией, следят за ее чистотой, облагораживают. Установили и оформили лавочки, информационные таблички. И всем сердцем переживают за сохранность леса. Вы знаете, вот эта территория, она по своей природе и с юридической точки зрения, это особо охраняемая территория. По непонятным причинам в 2002 году губернатором тогдашним она была выведена из особо охраняемой территории, а затем продана в частные руки. И продана она незаконным собственникам. На защиту встали буквально все. Барвихинский бор – исторический и культурный памятник. Это одно из лучших мест в Московской области для занятий маунтинбайком. И если его территорию развивать, он может стать еще одним прекрасным парком и визитной карточкой нашего округа. Какая красота! Осенью такие места еще прекраснее. Поэтому, дорогие друзья, не засиживайтесь дома, не валяйтесь на диване, я не знаю, перед телевизором с чем-нибудь вкусненьким. Берите ноги в руки и вперед на прогулке в парке нашего округа. Мы с Полиной именно так и сделаем, но только после эфира. А пока надо еще немножко поработать. Полина, давай рассказывай, какие даты пришлись на 23 ноября в мировой истории и в истории нашей великой страны. С удовольствием. Сегодня отмечают очень необычный праздник. Называется он День Фибоначчи. И посвящен он знаменитому математику Леонардо Пизано, у которого было прозвище Фибоначчи, и знаменитому его численному ряду. Ну, кстати, Фибоначчи знаменит не только своим вот этим численным рядом, а вообще знаменит тем, что он является
ну, скажем так, родителем современной математики в целом. То есть это вот тот математик, с которого вся современная математика и началась. Ну, а для незнающих, для таких, как я, то есть для меня Фибоначчи и его всевозможные ряды, и вообще математика в целом, это настолько все неизведанно, поэтому я себе выписал. И даже вот после того, как я прочитаю это, я все равно ничего не пойму, это я вам точно говорю. Но вы, может быть, поймете. Итак, что такое ряд Фибоначчи? Что такое числа Фибоначчи? Это элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны нулю и единице, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. То есть 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Как я и предполагал, я ничего не понял из того, что я только что прочитал. Ну, а мне все очень даже понятно. Вообще числа Фибоначчи используют во многих сферах экономики, в творческих сферах. И дата праздника выбрана тоже не случайно. Смотрите, 11-23. И первые числа Фибоначчи, если отбросить 0, тоже 1-1-2-3. Вот так. Поэтому сегодня день Фибоначчи. Такое ощущение, что ты на иностранном языке сейчас говорила. Ладно, с математикой, надеюсь, на сегодня закончили. Какие еще праздники сегодня отмечаются? Очень важные праздники. Также сегодня Международный день акварели. Инициатором праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рахо. Он, будучи выдающимся художником-акваллеристом, вот правильно, а также убежденный в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передать всю красоту этого мира, выступил инициатором этого праздника. Его утвердили в 1991 году. И все так дружно взяли и согласились, что давайте будем отмечать сегодня праздник. Ну, дело-то хорошее, как говорится. Повод там какой-нибудь праздник отметить особо-то и не нужен, как говорится. Вот. Но дело в том, что у нас в Подмосковье живут свои, не запомнил имя этого художника, ну, свои. Альфредо Гуати Рахо. Альфредо Гуати Рахо. А я, проще говоря, просто свои таланты. И вот об одном из таких талантов я предлагаю посмотреть следующий сюжет. Видя изображение, они подталкивают к созданию каких-то своих импровизаций. Мир – это красочный калейдоскоп, поэтому важно запечатлеть все яркие моменты. Так рассуждает московский художник Иван Шумский. Его картины – это буйство красок, необычная техника и интересные сюжеты из жизни. Мастер представил свое полотно на персональной выставке в Одинцовской библиотеке номер 1. Это, в общем-то, на самом деле касается любого уголка нашей планеты и любого уголка вообще. Его всегда можно увидеть по-особенному. Вот это меня вдохновляет. Меня вдохновляет, собственно, может быть, это, так сказать, звучит очень гордо, но меня вдохновляет свой собственный взгляд. Копенгаген, Таймс-сквер, Берлин, Венецианский карнавал, бег быков в Памплоне. Вместе с художником зритель отправляется в большое путешествие по разным уголкам планеты. На вернисаже Иван представил более 45 работ. Посмотреть их пришли любители искусства и профессиональные художники. Вот этот человек воспринимает мир во всей его цветовой красоте и в огромной цветовой гамме. Это первое. Во-вторых, мне бросилось в глаза, что он очень много наблюдает за людьми. За людьми, за тем, как они живут, какими чувствами, что они переживают, что они делают. Это второе. И третье, конечно, видно сразу, что человек много путешествует. Главная поддержка Ивана – его 13-летний сын. Коля с детства наблюдает за творчеством папы и с удовольствием посещает все его выставки. Я же сам свидетель того, как он делал эти картины, как он их рисовал. Но мне нравится больше всего скорость. То есть каждая картина нарисована за 30 минут практически. Акварель позволяет подчеркнуть легкость и радость момента. Поэтому живописец выбрал именно ее, чтобы выплеснуть на полотна свое особое видение окружающего мира. Ну а если вам прямо сейчас захотелось, вот появилось такое нестерпимое желание написать что-нибудь акварелью, то вы можете сделать это при помощи нашей программы «Творческая мастерская». Кстати, там было очень много выпусков, посвященных именно такой форме письма. Ну, не письма, а живописи. Техники. Да? Техники живописи. Да. Как это сделать, спросите вы, ведь сейчас на экранах вы видите программу «Про утро». А я вам отвечу. На экране вы видите не только наши с Полиной довольные лица, но еще и QR-код.
Вот здесь, внизу. Да, если вы наведете камеру своего телефона на этот QR-код, то волшебная сила интернета перенесет вас на наши каналы, либо YouTube, либо Telegram. А там уже на просторах, так сказать, наших каналов вы найдете нужные вам программы, что самое важное, нужные выпуски. Вот так. Ну, сейчас у нас речь идет именно о YouTube-канале и выпуске творческой мастерской с уроками акварели. Вот, поясню. Денис. Да. Денис, расскажи мне, ты вообще с утра легко просыпаешься? И вообще, как бы, насколько у тебя... Или к тебе лучше не подходить, пока ты не выпьешь, скажем, чашку кофе? Все зависит от того, во сколько я засыпаю. Если я засыпаю рано, я легко просыпаюсь, причем в любое время. Это может быть и 6 утра, и 7 утра, и 8 утра. А вот если я засыпаю поздно, то, конечно, раннее пробуждение меня весьма тревожит и портит мне настроение. Да, я бываю в дурном настроении, если я не высплюсь. Но, в принципе, мне кажется, что многие из нас подвластны этому заболеванию. Нет, я, например, по утрам всегда в хорошем настроении. Я по вечерам бываю злая, ну, после напряженного рабочего дня, трудового. У меня может быть плохое настроение. А по утрам я прям солнечный человек. В каком настроении пребывают по утрам жители нашего округа, смотрим в рубрике «Про опрос». Доброе утро, это рубрика «Про опрос». Ух, этот звук будильника, за окном темно, и каждый день одно и то же. Давайте узнаем, с каким настроением встают люди Одинцова. Хорошим. А во сколько вы встаете? Почему вы просыпаетесь в это время? С ребенком, 7 часов. Ну, вообще, обычно побольше хочу поспать. А во сколько ты встаешь обычно? Ну, из-за школы в 7. Несложно. Да, пробуждаю ребенка в технику. А как настроение? И во сколько вы встаете? В 6. Я встаю очень рано, в 5 часов. С хорошим настроением, значит, высыпаюсь. А зачем вы там с кем-то живете, я не знаю, или на работу? Я живу с внучкой. На работу я ухожу 7:30. Просто организм уже отдохнул. Обычно я встаю в 8 утра, ну, собираюсь в школу, умываюсь, гуляю с собакой, ну, как бы и все. Честно говоря, с не очень хорошим, потому что я понимаю то, что мне нужно идти в школу. Но, в принципе, я к этому отношусь лояльно. Ну, так как я сейчас вот на больничном, я просыпаюсь в 9 часов с хорошим настроением. Ну, вот такой интересный опрос у нас получился. Все вы наверняка слышали выражение «встал не с той ноги». Обычно так говорят про человека, который в дурном настроении. И говорят «встал не с той ноги». Ну, мне кажется, это какая-то отговорка своего дурного настроения. Надо же на что-то спихнуть. Вот. А иногда, как говорится, ситуация бывает настолько неприятная, что рассказывать о ней не хочется, поэтому говорю, не с той ноги встал, чего вам надо? Ну, как-то так это происходит. Хотя, кстати, многие верят, что день сложится удачно или нет, в зависимости от того, на какую ногу ты встанешь. Вот вопрос, какая не та-то? Вот чтобы вставать на ту. Ну, это я, в общем, все к чему. Сегодня такой необычный праздник, называется он День вставания с той ноги. А кем и когда он придуман, неизвестно, история умалчивает. И несмотря на то, что он, конечно, носит шуточный характер, в нем присутствует такая серьезная нотка. Он призван напомнить о том, какую роль играют суеверия в нашей жизни. Порой они настолько застревают в нашей голове, что действительно через это влияют на происходящее вокруг. Вот это, кстати, правда и абсолютная истина. Я в этом уверен, что если ты веришь в какие-то приметы, они сбываются. Если ты в них не веришь, то тогда никакие приметы тебе не страшны. Но уж верить или нет, решать вам. Ну ладно, друзья мои, наша программа продолжается. И сейчас, я надеюсь, с праздниками мы закончили? Да. Сейчас я перехожу к своей любимой рубрике «Даты», да, дни рождения знаменитых, известных людей. Не знаю, вставали ли они с той ноги или не вставали никогда в жизни, хотя это вряд ли. Все мы рано или поздно допроснемся в дурном настроении, но, тем не менее, свой след в истории они, безусловно, оставили. Итак, 23 ноября родился советский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владислав Николаевич Волков. Космонавт Владислав Волков геройски погиб 30 июня 1971 года, когда совершил свой второй космический полет на корабле «Союз-11». И по возвращению на Землю из-за разгерметизации кабины погиб весь экипаж. Ну, к сожалению, профессия космонавтов предполагает такие случаи трагические. Это бывает. Не по возвращению только на Землю, а в момент возвращения на Землю произошла разгерметизация корабля, и из-за этого весь экипаж погиб.
к сожалению. Но, тем не менее, слава и память героям нашей страны, коим, безусловно, является и Владислав Волков. Но, тем не менее, мы продолжаем нашу программу. Сегодня еще родился русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Да. Да. А также советский деятель, писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист Николай Николаевич Носов. Да. Любимый всеми детьми, потому что автор великолепного Незнайки. Носов также известен как режиссер научно-популярных фильмов, но, конечно, всенародную любовь ему принес именно Незнайка. И по такому случаю смотрим фрагмент мультфильма, который поставили по этому произведению. Как хорошо, что ты ко мне пришел. А как же, мы ведь с тобой друзья по несчастью. По какому несчастью? Ну, тебя не берут на Луну, и меня тоже. Мне нельзя на Луну, я тяжеленький. Ракета меня не поднимет. Это кто тебе сказал? Доктор Пилюлькин. Глупости! Все, кто полетит в ракете, будут в состоянии невесомости. Хоть Пилюлькин, хоть Свистулькин. Для ракеты все равно, тяжеленький ты или не тяжеленький. Никто ничего не будет весить, понял? Ага, тогда это несправедливо. Еще как несправедливо. Так несправедливо, что и сказать нельзя. Ну что, дорогие друзья, наша программа продолжается, и сейчас настало время гостя в студии. И сегодня у нас очень интересный, на мой взгляд, собеседник, творческая личность, актер белорусский, российский Иван Латушко. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Правильно мы произнесли вашу фамилию? Да, совершенно верно, Иван Латушко. Латушко, да. Ага. А почему белорусский Честно говоря, я тоже немного удивлен, почему белорусский артист, потому что, собственно говоря, после школы я приехал в Москву и... Московский театральный институт, конечно. Нет, это Щукинский театральный институт. Поэтому на просторах интернета наврали. Ну да, там да, ну, много. Все равно, вы прям так отрекаетесь от своей белорусской принадлежности. Нет, я не отрекаюсь, но я родился там, но образование получал здесь. И работаете, соответственно, здесь. То есть там больше 10 лет. Больше. А переехали с родителями после школы или приехал просто поступать? Самостоятельно. А, просто приехал поступать. После школы приехал. А белорусские театральные институты не устроили вас? Вы знаете, я был настолько самоуверен в себе, что я думал, что я туда поступлю без проблем. Москва это была все-таки... Ну, был такой сейчас вызов. Сейчас нас белорусы все-таки слушают и могут обидеться. Почему нет? Вполне. Я готов туда приехать и, может быть, когда-нибудь и даже остаться, работать. Так, а родители там живут или переехали сюда? Конечно, да, вся семья там. Вся семья в Беларуси. Вы тут одинокий, да, неприкаянный российский актер. Грущу вечерами московскими. Иван, скажите, как вообще случилась эта профессия в вашей жизни? Это мечта детства или это случайность? Хорошо, расскажу. Я 9 лет учился в хореографической школе, и к нам пришел один новый мальчишка, который сидел со мной за одной партой. Я привык как-то всегда, так сказать, быть в центре внимания, а он такой говорит: я поступил в студию театральную. Я говорю: так, куда? Но это еще в ранней еще школе. В школе, да? 6-7 класс. 6-7, средняя школа. Он мне рассказал, да, это, ну, старшая же школа, наверное. Ну, нет, старшая после девятого. Средняя, хорошо, да. И, в общем, он мне рассказал про эту школу, про эту студию, вернее, она была при драматическом театре, и я пошел туда, поступил, и после 9 класса уже понял, что хочу быть актером. Ага. А сразу поняли, как попали в эту студию, когда это... Нет? Нет, я собирался быть педагогом, учителем всю свою жизнь. Да поэтому в хореографической школе учился. Нет, это мама. Это мама, понятно. Это мама. Вы хотели учить детей? Ну, в школе работать. В школе работать, да? Ага, и так он вас как резко-то покидал от профессии учителя до профессии актера. Ну, честно говоря, я сумел совместить потом со временем. Да, я преподаю. У меня актерское одно образование, я работаю больше 10 лет в театре, а потом я еще получил педагогическое, и я дипломированный педагог. И кого вы учите, взрослых деток? И детей учил больше 5 лет, и теперь работаю со взрослыми. А с кем преподаю актерское мастерство, озвучивание, дубляж. А с кем интересен, со взрослыми? Взрослые. Взрослые, да? А вообще как с детьми работать? Детей, это же надо детей любить. Ну, у меня с братом 15 лет разница. И все думают, что это мой сын. Вот. С детьми сложно.
сложно. Но ты больше затрачиваешься, ты тратишь очень много энергии, но, конечно, отдача от них тоже. Друзья, педагогическое образование вы получили профильное, театральное? Или... Конечно, театральное. То есть, при институте ты дальше можешь поступить. Аспирантура, учиться. Да? Магистратура. Магистратура. Да. А нету желания пойти в свою любимую Щуку и там попреподавать? Вы знаете, желание, возможно, есть, но это же нужно себя полностью посвятить. Педагогической деятельности. Безусловно. Уже. Да, вы наверняка знаете. Поэтому пока что нет. Нету, да? Пока что нет. Ну, может быть, там что-нибудь другое придумаем со временем. Пока говорить не будем. Ну, хорошо. Иван, скажите, пожалуйста, вот 10 лет, да, вы уже в Москве? Вообще вот приехали... Да нет, больше. Больше. А, 10 лет... 15. 10 лет в театре. 10 лет в театре. Все, я прошу прощения. 4 года учился. Да, 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 да. У меня с математикой, да, не очень. А, это вместе со аспирантурой. Скажите, столица вообще как покорялась? Охотно или неохотно? И какими... Ну, наверняка столкнулись с какими-то трудностями. Вот расскажите о том, как все... Ой, ну, это такие детские воспоминания, на самом деле, впечатления. 18 лет ты приезжаешь в другой город. Ты, конечно, многое не знаешь. Впервые что-то видел. Хотя, на самом деле, Минск — это тоже столица, но если сравнивать с Москвой, конечно, это провинциальный город. Вот. И я был растерян. У меня даже были какие-то такие, ну, сложные, непростые моменты. Вот. Мне казалось, все какие-то такие немножко даже агрессивные. Ну, в Беларуси, например, люди, они прежде чем выйти из метро, они спрашивают: простите, вы выходите, а здесь тебя просто выносят. Не, ну, у нас тоже вежливые есть. Конечно, конечно. Отличаются люди, да, в Беларуси и в Москве? Ну, если только попроще. Попроще, да? Потому что я из Москвы, я вот всю свою жизнь слышу от людей, которые не из Москвы, что вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Но то, что здесь какие-то определенные люди, я такое мнение слышала часто. Ну, ничего определенного, неопределенного, я считаю, нету. Везде люди одинаковые, просто все зависит от культуры внутренней. Да, вот, вполне, я с вами согласен. Поэтому я думаю, что и в Минске есть хамы трамвайные, и в Москве их достаточно, и даже... в нашей культурной столице, в Санкт-Петербурге. Да. Хотя там меньше, конечно. Иван, вы снимаетесь в кино, служите в театре, и даже не в одном театре. У меня такой вопрос профессиональный. Где интересней? Где прибыльней, не надо отвечать, мы в курсе. Где интересней? Ну, наверняка вы... Ну, мне так кажется, вы со мной согласитесь. Интересней там и там. Просто разные немножко условия, правила игры. Ну, хорошо. Интересно и там, и там. Ты все равно занимаешься своей профессией. Нет, вот в театре, в кино это все равно одна твоя профессия. Я согласен. Но смотри, когда у тебя случаются съемки, и ты как бы увлекаешься этим процессом, это, конечно, круто. Когда у тебя случается какая-то новая постановка, и ты увлекаешься этим процессом, и, конечно, это круто. Но вот если бы выбирать вот работу в театре, независимо от финансового положения, да? Как независимо, работу. А вот как работу. Или исключить только в театре, или только в кино. Где бы тебе было предпочтительней, интересней, комфортней работать? Вы хотите, чтобы я вам честно ответил? Честно, да. Конечно, чтобы... Честно. Ну? Я бы выбрал и там, и там. Нет, это не честно. Хорошо. Иван, где легче вам? Давайте так. Вот я расскажу, вернее, поделюсь своим впечатлением, которое вот у меня вот было там буквально несколько месяцев назад. Я лежал на сцене, ну так требовали обстоятельства, смотрел на софиты и понимал, что для меня это вот сейчас, вот на данный отрезок моей жизни, это большое счастье. Меня окружают люди, которых я очень люблю, уважаю, которые также очень тепло и трепетно относятся ко мне. И это немаловажно. У нас, например, в театре нету таких взаимоотношений, где кто-то кому-то делает гадости, что-то за спиной говорит. Я думаю, вот что это тебе правда. Так кажется. Нет, вот я в этом точно убежден, и я это знаю, и очень многие, правда, удивляются этому. Но вот у нас в театре действительно очень теплые отношения среди коллег. И для меня это действительно счастье. Находиться там, работать и выходить на большой зал, 1600 мест. И я очень благодарен тем людям, которые действительно дали мне эту возможность. Был у тебя момент когда-нибудь после окончания театрального института, когда не было театра в твоей жизни? Не было. Был всегда? Не было. Вот. Вот об этом я как раз и хочу сказать. Поэтому ты, наверное, объективно не можешь сказать. Потому что, например, в моей жизни случались моменты, когда театр исчезал, и я думал, что я могу это пережить, и я уходил на телевидение, уходил в кино, и ничего не хотелось, театр не хотелось. А через какой-то момент ты перестаешь дышать, ну, тебе не хватает воздуха.
А вот от кино или от телевидения такого никогда не случалось, потому что были моменты, когда не было ни кино, ни телевидения, был только театр. Я об этом спрашиваю. Вот абсолютно без каких-то подвохов, без юмора, а именно, что есть огромное количество актеров, которые себя пропагандируют как киноактеры исключительно, и говорят кино. И вот к нам недавно приходил человек, который сказал, что он все познал в театре уже, вот, что театр ему уже, в общем-то, как бы... отдался, а вот кино еще настолько не раскрыто для него, хотя он снимается и хорошо снимается. Вот. Я об этом спрашиваю. Вот если бы была возможность... Знаешь, как Аль Пачино говорил, ну, ты, наверное, знаешь, да, что разница между театром и кино ровно заключается в том, в чем заключается разница для канатоходца, который идет по канату, лежащему на земле, и по канату, висящему под куполом цирка. Я не знаю ответ на этот вопрос. Вот. Расскажите мне. Разница заключается, что в театре ты идешь под куполом цирка, а в кино ты идешь по канату, который лежит на земле. А-а-а. Это фраза Аль Пачино. Интересно. Я, кстати, не слышал ее. Ну, вообще неизвестная фраза, кстати. Ну, вы знаете, невозможно всего знать. Вот видите, и зря я уже сегодня утром к вам приехал. Это абсолютно точно. Хотя бы хоть что-то интересное вот для себя выяснил. Скажите, Иван, скажи, можно на «ты», да? Наверное, да, даже, пожалуйста. Ты, вы, пожалуйста. Ты, вы, я уже думаю, что надо на «ты» переходить. Часто актеры играют не то, что хотят, так. А то, что, то, к чему фактурно подходят, то, на какие роли приглашают. А ты себя вообще в каких ролях видишь? Кого ты, вот кого тебе... А у меня все совпадает. А, у тебя все? Да, у меня нет несоответствия внутренних данных с внешними. Я всем доволен. Правда. Совпадает или ты придерживаешься такого мнения, что любая роль интересна? И любая роль интересна. Я, честно говоря, своих учеников, вернее, своим ученикам всегда тоже говорю. Друзья, есть у Станиславского такой термин. Несоответствие внешних данных и внутренних. Ну, значит, полюби. Вот и все. Угу. Ну, полюби, но это тоже часть профессии. Жестокой, сложной, но тем не менее, мне все роли мои нравятся. А те, которые не нравились, я просто нашел, где я могу себя реализовать в другом качестве, и просто оттуда подошел, и оттуда уж, ну, как бы, подошел к художественному руководителю и попросил меня оттуда удалить, чтобы мне было все в удовольствии. Домой не тянет? Вот. Не скучаешь не тянет. По Беларуси? Не скучаю. По Минску? Не скучаешь? Почему? А почему я должен скучать? Нет, ну почему не должен скучать? Я вот, например, совершенно... Я скучаю по родным, не скучаю по своей малой родине, а у меня есть друг, который мало того, что 1000 лет живет в Москве, так он еще и живет и за границей уже очень давно. Вот, вернее, как он в командировке туда уезжает на несколько лет. И жутко скучает по нашей общей малой родине. Нет, знаете, не почему? Скучаю. Долго мы учили. Люди, кто-то скучает, кто-то не скучает. Понятно, что какую-то принадлежность ты чувствуешь к народу, к языку, там, к традициям каким-то, но я не скучаю. Ну, а что, сел 6 часов, это принадлежность. Поэтому, если бы это было бы где-то на другом конце света, тогда, наверное, а родители-то да. А вообще как отнеслись к выбору твоей правоты? Потому что ты актер, как они, довольны, недовольны? Ну, посопротивлялись немножко. Посопротивлялись, да? А мама кем хотела, чтобы ты был? Ведущим. Ведущим. Может еще все случится. Ну, посмотрим. Кастинги никто не отменял на телевидении. В конце концов, да. Это же рядом. Я понимаю, если бы она видела бы тебя медиком, а ты тут раз и вот актер. Она видела меня ведущим. Мне кажется, у тебя все шансы есть для этого. Если захочу, наверное. Вот да, надо просто захотеть и попробовать. И, как говорится, это все будет. Надо в космос запустить, наверное, это желание и отпустить. Во Вселенную. Да, во Вселенную. Ну, одно и то же. Скажи мне, а Москва твой город? А в каком смысле? Во всех. Во всех? Вот я сегодня ехал на работу и проезжал через центр Москвы и прям сам себе вот лишний раз сказал, ну это действительно мой город, я его обожаю, люблю. Я мне не москвич. Здесь комфортно. Мне здесь комфортно, мне удобно. Я чувствую себя как в своей тарелке вполне. Да? Ну то есть ты можешь сказать, да, что это твой город. Я понимаю, что ты не везде был. Конечно. Как и мы все. Конечно, но, честно говоря, я куда ни приезжаю, мне везде комфортно. А везде комфортно? Да, я приспосабливаюсь очень быстро. Серьезно? Серьезно. А в Питере не пробовал жить? Я работал в Питере. Работал, конечно. И тоже прям комфортно было и удобно? Студентом, да. И ездил туда. Я как-то работал с твоим коллегой по Щукинскому училищу, и он мне сказал, что... С кем? Ну, это не важно. А вдруг нас вообще знакомы? Вполне возможно. Конечно, Щукинцы все друг друга знают.
он работал в Александринском театре несколько сезонов. Он говорит, у меня зубы начали выпадать. Поэтому говорит, мне пришлось оттуда тоска, уехать. Да, там. Что ну, просто настолько не, ну, как бы и атмосфера, и погода, и все. И он говорит, прям я начал чахнуть и вернулся в Москву. И поэтому я исправил. А ты такой универсальный прям солдат. Да, а тебе комфортнее в Москве или в Питере? В Москве. В Москве, да. Все-таки Москва ближе. Ну, там мне тоже хорошо. Там тоже, да? Понятно. Ну, везде хорошо. Наверное, все-таки мы сами способны себе как-то, ну вот, как сказать, наверное, ну, создавать настроение какое-то, да. И очень многое зависит от нас. Ну, помимо того, что ты успешно состоялся в профессии, ну, еще там еще да, состоишься. Мне кажется, у артиста нет предела развития. Нет, я имею в виду, хорошо, развиваешься успешно в своей профессии, ты еще много чем занимаешься, знаешь, несколько языков. Я вообще хотела спросить, чем ты увлекаешься, помимо работы, какие у тебя есть увлечения интересы, но, естественно, залезла в интернет, и там я прочитала. Хочешь, зачитаю даже тебе? Ну, пожалуйста. Боевые искусства, бокс, плавание, там еще можно, много было, да, я уже просто это все назвала и другими видами спорта. Несколько языков, а свое балетное искусство? Ну, хореографическая школа. Хореографическая школа. Ну, давай, что из этого так, что не так? Развеиваем мифы. Ну, белорусский язык я не считаю иностранным. Раз. Ну, ты его знаешь? Ну, трошки размовляю на белорусской мове. Да, ну, как бы не все слова, потому что нужна практика. Раз. Я пел на разных языках. Ага. Ну, приходилось. Ну, понятно, там, целую всякую профессию. Венгерскую оперетку, например, приходилось вот поэтому на немецком спеть. А так можно. Ну, конечно. Сразу все думают, что ты знаешь очень много языков. А я когда в армии служил, я концерты вел на разных языках. Надо написать, что я китайский знаю. Вот, вот. Надо еврейский говорить свободно. Да, да, да. Вот и все, как бы. Развеиваем мифы. Так, оказывается, так можно. Бокс, плавание, боевые искусства. Ну, немножко было. Было, да? То есть это такое исключение. А вообще, чем увлекаешься? Что вот тебя так вдохновляет? Или только работа, работа, работа? Нет, работы, конечно, много, но я получаю удовольствие, например, от того, когда я готовлю. Вот. Видишь, у меня замечательный кот, например. Порода ориентал. Ой. Это котопес. А кроме кота дома кто-нибудь еще ждет? Вот у меня, да, был некромный вопрос, да. Вы знаете, ко мне сейчас приехал брат в гости. Ему 15 лет, у него сейчас каникулы. Я ему показываю Москву, мы ездим с ним по театру. Первый раз он в Москве? Первый раз. И как? Ну, второй раз. Первый раз просто он приехал ко мне на спектакль и уехал. Он не видел города. Вот. Ему нравится. Вот сейчас вот неделю он живет у меня. Нравится Москва, да? Нравится. Ну, он вообще сказал, я не буду учиться, я приеду к Ване в Москву жить. Ну, хорошее вот, дело. Поэтому, да? Отлично. Мы немножко так это сейчас думаем. Что делать? Что делать, как быть. Вот. Как его назад выпроводить? С котом сидите и думаете? Что делать? Что делать? Как заставить ребенка учиться? Вот. А так, ну, я спортом занимаюсь активно, мне нравится. А хватает время на все? Хватает. Я все успеваю. Спишь по 4 часа? Как Наполеон? 5. Иногда, да, по выходным. Да. Понятно. Ну, скажи, а в театре есть какая-нибудь роль, которую хотелось бы сыграть? Которую хотелось бы? Да много чего хотелось бы, как любому артисту. Ну, вот артисту. Какая-нибудь такая прям, ух, вот хотелось. Ну, я конкретно не скажу прям вот героя какого-то в какой-то конкретной пьесе. Я знаю примерно, возможно, что мне интересно, да, то есть я бы хотел попробовать себя в каком-то качестве таком... Ну, вот у меня не было никогда пластического спектакля. Я бы у с удовольствием. У тебя с твоим хореографическим образованием. Не случилось, да, не было, да. Вот очень интересно, как раз-таки мне было бы посуществовать на сцене без слов. С помощью языка тела, только эмоций. Ведь не разговаривать на сцене тоже нужно уметь и держать внимание на себе. Ну, это, конечно, это мне вот, было. А хореографией ты какой занимался? Русские народные танцы у меня были. Да. Народник, да? Да. Ну, нет, ну, присядку база сделать, это... Не. Потому что я ж могу. За мной не постоит. Если бы еще снять могли, это хорошо. Ну, Иван, разговаривать можно, конечно, до бесконечности. Собеседник-то действительно очень интересный и очень обаятельный человек. Я думаю, что заряжаешь положительной энергией сейчас с ранним утром. Да. А 8 часов это так тяжело делать, конечно. Нас точно зарядил. Нас точно зарядил. Но, тем не менее, надо заканчивать. И у нас, смотри, такая история. Мы в конце интервью всегда задаем нашим гостям блиц-опрос. Это небольшое количество вопросов таких на разные темы, несложные.
сложных, предполагающих быстрый ответ. Ну, ничего страшного, давайте. Да? Если человек не буду знать, я не буду переживать по этому поводу. Начинаем. Да. Свое утро я не представляю без... Без кофе. Без кофе. Вот, наш человек. Мое самое лучшее качество. Я добрый. Худшее. Открываем секреты телезрителям. Телеканал ОТВ. Худшее, наверное, я сложно отпускаю. Какие-то злопамятные? Нет, это другое. Я подумал про это, но это не то. Я переживаю очень долго, могу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Культивирую вот это все внутри себя постоянно. Вот. Ну, мне кажется, это присущая вообще профессия актера. Возможно. Держать в возможно, себе долго, да, и, да, да. И сложно отпустить. Прокручивать, не отпускать. Да. 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 В людях я терпеть не могу. А можно в артистах? Можно. В артистах не люблю вот закулисную игру. Вот это, знаете, же часть, ты должен это же часть игры. Ну как? Ну, если ты состоялся как артист и востребован на сцене, то все свои умения и знания ты будешь там демонстрировать. Зачем это делать в коридоре? А когда ты на сцене ничего не можешь, то в коридоре начинается. Но есть, нет, есть определенные профессии, где как бы такое подобное поведение оно предполагается. Например? Ну, например, профессия актера. Ну, вот это я и не люблю. И любишь ты. Это была твоя проблема. Есть и будет, да. Но вообще я согласен, конечно. Это не только в профессии актера. Вообще, чем больше человек из себя что-то значит, тем меньше он участвует в каких-либо историях закулисные и подковерные возне, ему никому ничего доказывать не нужно. А люди, которые думают, что они много значат, они как раз очень активно в этом во всем. Да, это показатель, согласна. Продолжаем. Да, если, давайте. Фантастика пошла. Если бы можно было обладать одной суперспособностью, что бы ты умел? Поднимать предметы. Супермен? Зачем? Ну, вы же сказали первые попавшие. Я бы их переставлял. Это же не значит, что не нужно думать. Первые попавшие. Я недавно, кстати, на эту тему размышлял, вот какой бы я суперспособностью хотел бы обладать. Я бы хотел обладать суперспособностью Флэша. Ага, скорость? Да, скорость. Чтобы все успевать. Да, и чтобы все успевать, и чтобы можно было перемещаться на разные расстояния, вот сколько угодно и когда угодно. А я всегда быть молодой и красивой. Это такой нет суперспособности. Как это, у горцев, если. А суперспособность Флэша есть, можно сказать. Ну, нет супергероя с такой суперспособностью. Ну, мы вообще имеем в виду с фантастики. Ну, хорошо. Если бы ты мог встретиться с собой 18-летним, что бы ты себе сказал? Сейчас попробую сформулировать. Значит, так, хорошо, да. Я вчера был на постановке про Людмилу Марковну Гурченко, и мне очень понравилось, что ей говорил отец. Я, может быть, недословно сейчас скажу, но он говорил: ты должна идти вперед, блистать, гореть, выделяться из всех. Вот я бы, наверное, себе то же самое сказал. А были с этим проблемы в юности? Ну, я как-то скромничал. Ты же говорил, что ты в классе привык быть первым. Да, но я скромничал при этом. Ага. Надо было быть... Я просто это все делал, но как-то, ну робко. Было понаглее, робко. А да? Можно было... Или да, ах! Да, да, ага. Да. Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, если была такая гипотетическая возможность встретиться с любым человеком на этой земле, когда-то жившим, ныне живущим, знаменитым, незнаменитым? Ой, мать моя. Да, кто? Наверное, не знаю, Эдит Пиаф. О. А почему Эдит Пиаф? А я просто вспомнил, когда я был в Париже и пошел к ней на могилу, вот мне так захотелось... А зачем ты пошел к ней на могилу в Париже? Честно? Честно. Я попросил, чтобы она мне помогла научиться петь. А есть с этим проблемы? Ну... Ты же, мне кажется, работаешь в театре, в котором поют. Да, но нет предела совершенства. Да, вот так лучше. Вот, да? Да, да. Помогла? Потрясающе, конечно. Ну, так, немножко, наверное. Немножко помогла. Ой, какие ответы вообще. Да, отличные ответы. Отличные позитивные ответы. Ты замечательный, очень солнечный, светлый человек. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Спасибо, что позвал. Зарядил на весь день просто энергией, своей энергетикой. Ну, и творческих успехов, естественно. Благодарю. И я вам тоже желаю творческих успехов. Спасибо. Чтобы ваша программа процветала, сияла, чтобы у вас были яркие, интересные гости и много интересных зрителей. Благодарных, вот. Прежде всего. Ну, добавить нечего. Поэтому через несколько секунд встречаемся в этой студии, а мы пока с Полиной проводим нашего прекрасного Пойдемте гостя. Пить кофе. Пойдемте. Замечательно. Ну, после окончания программы. Да. Через несколько секунд встречаемся в студии.
Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России в 1989 году и внедрил его профессор-фармаколог Израиль Брэхам. Внедрил тем, что выступил в этом году на конференции с докладом о научной концепции здорового образа жизни. Но вообще в идеях Брэхмана ничего сверхъестественного и такого уж прям вау не было. Собственно говоря, все то, о чем он говорил, это сбалансированное питание, здоровый сон, свежий воздух и ну, какие-то элементарные физические нагрузки, то есть движение. Но при этом, при всем, среди медиков его доклады ну, считаются чуть ли не вот основой действительно вот этого самого ЗОЖ, здорового образа жизни. В современном мире становится все больше приверженцев ЗОЖ. И вот как раз для таких людей, любящих здоровый образ жизни, наша следующая рубрика. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня очень много говорят о том, как правильно питаться, имея в виду тот самый правильный набор продуктов, который будет полезен для нашего организма. Я же хочу рассказать о том, как правильно есть эти самые правильные продукты. Потому что если есть их неправильно, то и пользы от них будет не очень много. Итак, нехитрые правила, соблюдая которые все полезное питание станет по-настоящему полезным. Питайтесь по голоду. Не тогда, когда вам хочется съесть что-нибудь этакого, а тогда, когда вы ощущаете голод на физическом уровне. Не пытайтесь заглушить голод питьем воды. Это в долгосрочной перспективе ведет к тому, что снижается кислотность желудочного сока и возникает нарушение ферментативной недостаточности. Соблюдайте чистые интервалы между приемами пищи и не перекусывайте. Оптимальное количество приемов пищи в течение дня – 2-3 приема пищи, также допускается один перекус, но учтите, что он должен быть не сладким. Тщательно прожевывайте еду. Не следует торопиться. Помним, что у желудка зубов нет. Плохо пережеванная еда остается непереваренной в нашем желудочно-кишечном тракте и является токсичной для нашего организма. Во время еды занимайтесь только едой. Не отвлекайтесь на гаджеты, чтение газет или просмотр телевизора. Помните, что от того, как тщательно вы жуете пищу, как сильно вы вовлечены в этот процесс, зависит качество вашего пищеварения. А от качества пищеварения зависит здоровье нашего организма в целом. Не бегите. Уделяйте время на прием пищи, и организм скажет вам за это огромное спасибо. Всем хорошего дня и прекрасного здоровья! Ну, со здоровьем все понятно. Оно либо есть, либо его нет. Его, о нем нужно думать, о нем нужно заботиться. А вот об одном из неотъемлемых, так сказать, элементов здорового образа жизни, именно о спорте, я предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику. Итак, рубрика про спорт. Сегодня мы находимся на тренировке по боксу и узнаем все тонкости этого единоборства. А поможет нам в этом тренер по боксу Павел Дулейкин. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, вот я пришла первый раз на тренировку по боксу, то есть какая мне нужна экипировка, форма одежды? Самое элементарное – это футболка, штаны, перчатки для бокса и бинты для бокса. На первых порах, я думаю, это подойдет. Отлично. А вот чтобы еще было как-то свободно, движение не сковывали, правильно же должна быть? Ну, она такая боль. Свободная должна быть, не сильно обтягивающая, ну, чтобы и тело дышало. А вот расскажите, вы же тренируете и девушек еще. Да. Часто ли к вам приходят девушки? Очень часто. И что самое важное вот для них? То есть это же достаточно травмоопасный вид спорта. Почему девушки приходят и как бы с какой целью еще, наверное, как-то подтянуть тело или именно заняться потом профессионально можно будет? Чаще всего девушки приходят строго для себя и скинуть лишний вес, да, по большей части. Потому что бокс, тренировка по боксу – это очень такая энергозатратная тренировка. Она выжимает, мне кажется, все соки. Отсюда люди уходят, там уйдет 10 потов, примерно так. Приходят для того, чтобы похудеть и немножко научиться, так сказать, постоять за себя, где-то применить, может быть, силу. Ну, для девушки это надо им уметь в наше время, я считаю, потому что разные ситуации в жизни бывают. И, как правило, девушки, они даже... Где-то даже целеустремленнее мужчин бывает. Сколько раз в неделю надо заниматься боксом? 3 раза в неделю, если человек хочет прям хорошо выглядеть.
Ну и самое главное, не прогуливать эти три дня в неделю. Да? Стабильно, три раза в неделю, по часу, полтора-два часа на тренировку должно выходить. Павел, а вы ведь тренер по боксу. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша история в боксе? Может быть, вы принимали участие в каких-то соревнованиях? Да, конечно. Вообще на бокс я пришел со сломанной рукой. Я подумал, что если много бить, то руки не будут ломаться. А другая ситуация была, когда трое человек напали на меня, и я понял, что если заниматься боксом, то можно троих победить. Как бы вот так. Интересно. Да. Я думаю, сейчас мы приступим к тренировке, покажете мне, я буду вашей ученицей. Хорошо, сегодня. Хорошо, договорились. Все, класс, я чувствую, что я готова. Чик, чик. Удобно? Да. Класс, такие большие. Вообще же устают даже, мне кажется, уже от того, что перчатки есть. Тут как утяжеление да. Какое-то, да? Уже это как минимум. Ну все. Ну что, готова к трудообороне? Да, после такой тренировки. Так, ну сначала мы попробуем с тобой, как ты делала. Сделаешь левой, правой, уклонишься и сделаешь правой. Поехали. Приготовились. И раз, два, уклон. Три. Ручки выше сразу, да. Руки не опускай потом. Так. Сразу дальше продолжаем. И раз, два, уклон. Три. Ручки выше. Раз, два, уклон. Три. Руки. Ага. Раз, два, уклон. Три. Вот так. Раз, два, уклонилась. И три. Левой, левой, правой. Да. И ручки вот здесь. То есть ты сделала левой, левой, левой правой, правой. Уклонилась и правой опять. И правой, да. Раз, два, три. Уклонилась. Четыре. Вот так. И раз, два, три. Уклон. Четыре. Руки выше. Вот так. Хорошо. Раз, два, три. Уклон. Четыре. Ручки. Ага. И раз, два, три. Уклон. Четыре. Да, выпрямись, вот так красиво встань. Ага, и раз, два, три, уклон, четыре. Раз, два, три, уклон, четыре. Вот так. Раз, два, три, уклон, четыре. Хорошо. Так, и вот так. Все, тренировка окончена. Спасибо за занятие. Спасибо, Паш, за такую прекрасную тренировку. А с вами была Екатерина Крамер, и это программа про спорт. Занимайтесь боксом! Милые дамы, если некий Серега ведет вас на выставку Ван Гога, то не стоит концентрироваться только на туфлях и штанах. Смотрите нашу рубрику про искусство и сразите его интеллектом. От Илюхи. Марк Шагал родился в Витебске в семье приказчика. Отец мечтал, чтобы он был успешным бухгалтером, но молодой Марк только рисовал, рисовал и рисовал. Однажды друг зашел к нему в комнату, увидел стены, густо увешанные рисунками, и сказал: «Да ты же художник!» Это слово просто заворожило его, и он не думал ни о чем другом. Но научиться мог он только у Рембрандта. Но где же его взять? Поэтому Марк уезжает в Петербург в Академию художеств. И там получает свой первый и самый главный щелчок по носу. Он провалил самый главный экзамен, вернулся в Витебск опустошенный, не знал, что делать, но встречает свою любовь, Беллу. Белла становится его музой на очень долгие года. С этого момента он пишет картины, он работает. Он не хочет быть ни на кого похожим, он хочет видеть мир по-своему. Но в стране случаются катаклизмы. Приходит 1917 год. Новые времена, новые веяния. Мы наш, мы новый мир построим. К сожалению, такая живопись уже не нужна. Нужен конструктивизм, нужны профессионалы. И вот здесь возникает самый главный конфликт его жизни. Марк Шагал и Казимир Малевич, основатель супрематизма. Рамки советской России становятся ему тесны. Он уезжает в Париж. Париж открывает ему двери. Он знакомится с людьми, он знакомится с галеристами, с элиты. И в этом помогает ему, кстати, его учитель Лев Бакст. Марк Шагал становится модным, востребованным художником, много творит, хорошо продает картины и живет, в общем-то, неплохо. Но случается Вторая мировая война. От нее он бежит в Америку. Но Америка не становится его новым домом. Сразу после окончания войны он возвращается в Париж.
К сожалению, любовь его жизни Белла умирает, и через какое-то время он знакомится с новой своей музой. Валентина Бродская, так звали вторую жену Марка Шагала, и, как многие считали, она подмяла художника под себя. И если Белла была его музой, то Валентина была его менеджером. Однако он очень плодотворно творил, он делал очень много работ, выставок, хорошо продавался и прожил очень длинную жизнь. Он умер в 97 лет в лифте, оторвавшись от земли. Только так он мог творить, только так он видел своих персонажей, так он жил в отрыве от земли. Настало время полезных советов от звезд, и вот что они нам говорят. Овны, сконцентрируйтесь на работе, не отвлекайтесь по мелочам, тогда вам удастся все закончить вовремя. В разговорах с начальством держите, пожалуйста, себя в руках. Будьте предельно вежливы и обходительны. Оплошность сегодня дорого вам обойдется в будущем. Тельцы, день сложный в эмоциональном плане, когда легко потерять желание работать и поддаться меланхолии. Решайте вопросы по мере поступления, не впадайте в панику при небольших неурядицах. Близнецы, обратите свой взгляд на те дела и сферы жизни, которые вас давно интересуют. Если даете обещание и обязательство закончить работу в срок, хорошенько просчитайте свои возможности. Неисполнительность может подвести ваших партнеров и доставить всем неудобства. Ну а ракам предстоит насыщенный и нервный день. Но постарайтесь найти немного времени для приятного расслабления и отдыха. Так вам удастся избежать стресса и переутомления. Если вы собираетесь начать новый проект, то сейчас самое подходящее для этого время. Львы, ваша интуиция сегодня поможет избежать многих ошибок в расчетах и планировании. Вы четко увидите, в чем состояла проблема и как ее решить самым рациональным способом. Ничего не беритесь за все дела сразу. Выделите самые перспективные и уделите внимание именно им. Девы, не занимайтесь 23 ноября мелкими ежедневными делами. Сконцентрируйтесь на важных и долгосрочных проектах, которые помогут принести прибыль или большой успех. Не поддавайтесь эмоциям. Действуйте, руководясь разумом и логикой. Ну, вообще, это надо делать не только 23 ноября, а каждый день. И не только делом. Да. Весы. Освободите место в жизни для грядущих перемен. Сделайте уборку в квартире, пересмотрите свои планы на ближайшее будущее. Забудьте обиды и негативные переживания. Это тоже дело очень хорошее. И если сегодня вам удастся пересилить свою лень, то вас ждет успех в конце рабочего дня. В потоке информации и новых дел с Скорпионом сегодня будет трудно ориентироваться и адекватно реагировать на происходящее. Старайтесь притормозить события, не отвечайте сразу на предложение. Держите эмоции под контролем, Полина Николаевна. А мы всегда держим. Стрельцы, ваше желание сделать все и сразу приведет к разочарованию и нервному напряжению. Выделите пару самых важных задач и занимайтесь только ими. Козероги. Распланируйте свой день заранее, чтобы избежать опозданий и отмены встреч. Так вы успеете сделать больше и еще останется время на отдых. При общении с близкими будьте мягче и терпимее, иначе можно ненароком задеть их чувства и случайно обидеть. Водолеи. Сегодня импульсивные действия могут вовлечь вас в неприятную ситуацию, поэтому взвешивайте слова и думайте о последствиях. Возможно, изменение планов и встреч, которые вы наметили на этот день. Следуйте за обстоятельствами, и день закончится удачно. Рыбы, умерьте свою активность и напористость. Сегодня этим ничего не добиться. Можно лишь испортить отношения с начальством и коллегами. Планы могут меняться, но это будет вам только на руку. Наша программа подошла к концу, но вот этот день, 23 ноября, только начинается. Проведите его с пользой и обязательно с хорошим настроением. Ну а мы ждем вас завтра в этой студии. Время и место тоже. Телеканал ОТВ. Пока.